Самый трогательный и незабываемый праздник – последний звонок. Сегодня он прозвенел для 751 выпускника из Ненецкого округа. Напутственные речи учителей, для которых эти дети стали частью жизни, волнение родителей, которым трудно поверить, что их ребенок уже взрослый. Грустные и радостные минуты для самих ребят – расставание с удивительным школьным миром. И хотя впереди еще экзамены и выпускной, в день последнего звонка они как 11 лет назад все вместе вышли с цветами на торжественную линейку, чтобы сказать школе «прощай». Олег Хатанзейский с подробностями. Со школьного звонка все начинается, им же и заканчивается. 1 сентября уже позади, 11 лет в прошлом. Сегодня для школьников последний звонок. Музыкальный спектакль в подарок тем, кто учил и воспитывал все эти годы. Каждый номер – посвящение учителю, день, который те и другие запомнят на всю жизнь. Не просто праздник, настоящее прощание с детством и, конечно же, с любимыми учителями. Сейчас, когда последний день, я хочу сказать им слова благодарности, что очень люблю этих учителей, которые дали мне все. Потрясающие эмоции у меня, волнение, в тот же момент радость. Впереди еще экзамен, но о них сегодня ни слова. Уроки закончились. Те, для кого они начались только год назад, принимают эстафету. Подарок от первоклассников – выпускникам трогательные стихотворения и веселые частушки. И последний звонок, он для каждого свой. Программу школьной линейки держали в секрете, готовили сюрприз своим родителям. Для них это тоже особенный день, и эмоции переполняют. У меня, наверное, еще больше переживаний, так как ребенок покинет отчий дом. Вот, и боюсь и волнуюсь. Сегодня строгая фраза «звонок для учителя», которую школьники слышали всякий раз, когда торопились на перемену, уже не страшна. Этот последний звонок символизирует не перерыв, а скорее переход на новый этап. Первый в регионе последний звонок услышали выпускники первой городской школы. Линейка здесь началась в 10 часов утра. С родными стенами попрощались почти сотни ребят. В том числе и ученики первого и единственного учебного заведения кадетского класса. Будущие МЧСовцы на линейке не плакали, не положено. Школьный рубеж они перешли торжественным маршем. Ну, конечно, с одной стороны, печально, что школу заканчиваю. А так еще и радостно. А есть гордость за то, что все-таки первый кадетский класс он заканчивает? Да, есть такая гордость. Сегодня все очень красивые, но если у молодых людей строгий дресс-код, то девочки, конечно, нарядились. Впрочем, современные выпускницы продолжают не изменять той самой школьной форме, какую когда-то носили наши мамы и бабушки. Но какой бы ни был наряд, главное – настроение праздника. Волнение, нервничаю, очень сильно. Так радость, что 10 лет получилось. Преподавателям очень сильно привыкла, и атмосфера это нравится. Не знаю, как-то страшно взрослой жизни быть. И, конечно, сегодня они фотографировались вместе и вспоминали, какими были. Сегодня день, с которого начинается новая жизнь, и на нее у них уже много планов. Олег Танзийский, Роман Делимарский, телеканал «Север».